Здравствуйте, меня зовут Кадыров Умарбек, и я прошел курс сетевой инженер в Академии IT DMS. Пришел к этому курсу я абсолютно случайно. Я являлся студентом буквально второго курса, и мне нужно было срочно как-то улучшить свои знания именно в сетевых технологиях, так как в этот момент мне была интересна очень эта тема. И Академия IT DMS мне очень помогла с этим, так как я пытался изучить сетевые технологии из разных сайтов, из разных видеороликов в интернете, но в большинстве случаев материал был подан очень сложным или непонятным образом, и данный материал, который я находил в интернете, не очень мне помогли. Но когда я ознакомился с курсом сетевой инженер, то был очень сильно удивлен, так как изначально из первых секунд данного курса мне материал очень сильно понравился, и я решил изучить, стоит ли покупать данный курс. И я не ошибся, я приобрел этот курс буквально летом 2 года назад и начал постепенно изучать сетевые технологии. Об особенностях курса можно сказать то, что курс является одновременно очень профессиональным и простым. То есть, даже если вы не слышали о какой-то сетевой технологии когда-то, либо хотели бы только узнать о какой-то технологии, то автор курса очень подробно и ясно рассказывает о новых технологиях. То есть очень легко понять тему. Также я бы посоветовал другим людям данный курс, так как благодаря этому курсу можно много чего добиться, можно хорошо изучить сами сетевые технологии. Сам я сейчас работаю большой компании на должности младшего сетевого инженера. И я бы сказал, вклад курса сетевой инженер от Академии IT DMS имеет большое значение в моем, как сказать, приобретении данной должности. Я бы посоветовал и остальным данный курс. Спасибо Академии IT DMS и ждем от вас столько новых и познавательных курсов. Спасибо.